Фиорентина в первом туре выиграла у Катани со счетом 2-1. Ну а Дженуа проиграла Интеру 0-2. Паскуали Валеро. Даже угловые хитро старается Фиорентина разыгрывать. Что интересно, там такая импровизированная стенка. Стояла, удар, ну и гол. Гол забивают фиалки, и это Альберто Аквилани. То, что не удалось Гомесу и Росси, у немножечко подбитого 10-го номера Фиорентины. 20-й гол в итальянской серии А. Аквилани подставит свою голову под этот мяч. Практически на колени для этого пришлось опуститься. Опять в центре обороны Дженуа неразбериха. И Фиорентина открывает счет. Тут уже Перен был бессилен. И защитник, который должен был, может быть, стоять там на штанге, тоже не помог. 1-0. Это в Веране швейцарскому Лугану. Правда, не сыграв за эту команду ни одного матча. Его взяли в Дженуа. Удар Джузеппе Росси. Фантастика. Какую ошибку допускает Маттео Перен. В куда более простой ситуации Росси не забил. А сейчас дальним выстрелом он удваивает преимущество Фиорентины. Второй гол в сезоне. Пока все очень односторонне у нас развивается. Ну, неплохо лег мяч на ногу Джузеппе Росси. Но не настолько, чтобы вот так вот сыграл Перен. Посмотрите, как не повезло с отскоком. Он пытался, в общем-то, не допустить попадание в угол. А может быть, мяч даже и мимо шел штанги. И так предательски этот самый мячик закрутился от его рук в ворота. Амбрузини. Гомес. Аквилани. Борха Валеро. Прострел! 3-0! До свидания! Вот Марио Гомес во всей своей гомесовской красе. Первый гол в итальянской серии А. Поздравляем с этим Супер Марио. Уровни, не знаю, пятерки лучших человек в мире по этому показателю. Сыграть на опережение. В одно касание оставить в дураках оборону соперника и забить. Пусть с метра, пусть с полуметра, но забить. 3-0 в пользу Фиорентины. Дженуа не смог конвертировать свое игровое преимущество в голы. И Энрико Прециози, то, конечно, не скажешь. О хозяевах. Джилардино! Ну, наконец-то! Наконец-то! Альберто! 3-1! Он должен был это сделать, и он это сделал. 160-й гол в итальянской серии А. На грани офсайда. И удар с правой ноги, не берущийся для нету. Не выйти из ворот здесь не мог бразилец, ни среагировать на этот удар. Браво! Браво Альберто Джилардино. Персонально за него я очень рад. Интересно, повлияет ли этот гол положительно на Дженуа. Или сейчас Фиорентина снова включит максимальные обороты. И Джузеппе Росси! 4-1! Дубль Джузеппе! Мгновенно возвращает себе преимущество в 3 мяча Фиорентина. Здорово. Просто здорово. Джузеппе Росси, человек, который мог заиграть в Манчестер Юнайтед, заиграл в Испании за Вильяреал. А в серии А до сей поры лишь сезончик отыграл в аренде в Парме. Теперь становится одним из главных звеньев в игре Фиорентины. Второй мяч в этом матче. 12-й в серии А.
здесь, может быть, все-таки пенальти. Да, Альберто Джилардино таки выпросил. Выпросил. Марвин Компер получает желтую карточку. Ну зачем же при счете 1-4 так ругаться на судью? Ребята, ну даже если они забьют, в общем, ничего катастрофического не произойдет. Компер показывает, что его теперь держали за футболку, и он правил не нарушал. А Фабио Ливерани еще наверняка на что-то надеется в этом матче. Ну, а что? Просто Джилардино опередил своего соперника. Кто уж там кого держал, мы с вами видим. Оба, конечно, были хороши. Просто Джилардино был первым на мяче. Который лупит по перекладине. Интересная, кстати, очень техника. Разбег, удар. 4-2. Весело. Фабио Ливерани. Ну, здесь без всяких шансов совершенно для голкипера. Пробил Лоди, гадал Нету и завалился раньше удара. 4-2. Все вбежали, конечно, опять же, до того, как коснулся Лоди мяча в штрафную. Ну, какая разница. На ногах. Тащит мяч по левому флангу. Гомес, кстати, не в штрафную идет, а перед ней маячит. И Фернандес сам решает пройти. Падает пенальти. Пенальти. Вот такая вот развязка. Но неужели так и будет? Минус 3. Еще и удаление в составе Дженуа. Самперизи получает вторую желтую карточку. Матиас Фернандес обдурил. И дернулся в штрафную. Вынужден был Самперизи фалить. Ну что ж, наверное, все по делу. Наверное, так и должно быть. Гомес. 5-2. 5-2. Дубль Марио Гомеса. Дубль Джузеппе Росси. С таким сейчас видом посмотрел Гомес на своего соперника, что мне даже немножечко жалко стало. По-моему, там был Томас Манфредини это. Гомес празднует. Драться не надо. Может быть, он этот мяч себе на память хотел забрать. В конце концов, дебютные голы в новом для себя чемпионате Гомес забил именно с его помощью. Ну все, на этом можно заканчивать. На самом деле, еще одну минуту играть, но это уже ничего не поменяет.